У него была проблема, там проводка сгорела, колеса не было и так далее. Это если вкратце. 150 тысяч лайков, и мы это делаем. Похер. Хоть не на этом гелике, я тебе другой любой гелик найду, делаем. Итак, друзья, всем салам алейкум. Меня зовут Ахмед, вы находитесь на канале Ахмед Джой. И сегодня в этом ролике я бы хотел вам показать гелик, который собран практически вручную. И сегодня вы узнаете такую полезную информацию, как за минимальный бюджет собрать вот такой вот шедевр. Это последний рестайлинг. Выглядит максимально красиво, но эта машина еще не до конца собрана. Поэтому не обращайте внимания на то, что здесь нет значка. Не обращайте внимания на то, что он матовый, потому что ее будут окрашивать. Не знаю пока в какой цвет, это тоже мы спросим у владельца. Ее владельцы тоже многие знают, это Билал. Можете обрать в кадр? Всем ассаламу алейкум, братья. Александр. Как дела? Все, алейкум, хорошо. Так, давай для начала ты сядешь за руль, мы проедемся, расскажешь, покажешь, а потом уже я сяду. Окей? Договорились? Все, ты дай сюда. Ты нам больше не нужен. Да, бывает. Не, не нужен больше. Просто, друзья, посмотрите. 063 номера тоже стоят. Покажу вам сзади. Заур тоже, как всегда, просто на хвост упал. Короче, вот такая вот, друзья, машинка. Сейчас вы узнаете, за какую сумму эту тачку собрал Билал. Опа. Блин, руль прикольный, честно говоря. Да, руль REST, он не подключен. Сигнала пока еще нету. 15 тысяч рублей нужно отдать, чтобы сигнал работал. Ну, 15 тысяч рублей закидывать, чтобы сигнал работал, я пока... Пока не будешь. Да, но в будущем ты планируешь его полностью дособрать, закончить, и у тебя будет гелик. Конечно, вот как видите, внешний вид, я планировал собрать, я собрал практически свой идеал, который у меня был в голове. Многие не верили, многие не думали, что так получится, но по итогу все так получилось, как я хотел. Потому что я верил в себя, не слушал других, от общей массы брал все самое полезное и газовал. И вот он, результат. Ты в какой цвет будешь красить? Черный глянец? Вот пусть подписчики твои угадают в комментариях, какой я цвет покрашу, а в будущем вы... Но это не черный, как я понял. Возможно. Ну ты спалился, по-моему, брат. Нет, я не спалился, но оттенок может быть и черный тоже. Ну ты сам пока думаешь, да, не до конца? Да, 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 да. Есть идеи в голове, ну я примеряю, я хочу человека найти, который мне покажет из тех цветов, которые я хочу выбрать. Нарисует машину, то есть фоткает, поменяет цвет, я посмотрю, если все меня будет устраивать. Все, давай, давай, кто угадает в итоге какой цвет. Заур, 5000 скинешь? Да. Заура есть такой вид заработка, который он зарабатывает с помощью онлайн, офлайн, обучает людей, и у нее гуляют бабки, и у тех людей, кто с ним тоже двигается, я как понял, тоже гуляют бабки, потому что я был в их офисе. Понятно. Беспалевная такая реклама. Да, да. Брат, расскажи, пожалуйста, сколько времени ушло на то, чтобы собрать этот автомобиль? Давай вкратце. Если бы я занимался чисто этим автомобилем, у меня бы ушло бы, наверное, где-то около 6-8 месяцев, чтобы собрать, как он есть. И если работать и зарабатывать на это все, у меня ушло 2 года. Вот так вот как-то. То есть ты медленно, потихоньку, не спеша делал. Да. То есть это с нуля кузов, с нуля салон. Нет, ну... у меня был гелик, у него был... была проблема, там проводка сгорела, колеса не было и так далее, это если вкратце. И я просто начал творить, что у меня в голове было, посмотрел на других, что делать, выбрал самое полезное, так и, опять-таки повторюсь, и начал собирать образ этого гелика. Я его полностью разобрал до рамы и начал пескоструить раму, все подготовил, ну, основательно подошел к делу. Ты сам мастер, у тебя есть свой сервис. Все верно. Люди увидели мой потенциал, как я отношусь к машинам, как я их люблю, двигаюсь, стараюсь каждому угодить. Конечно же, люди бывают такие, которые что-то не устроят. Всем ты не угодишь в этой жизни. Вот 100% я вам говорю прямо, просто вот абсолютно прямо. Есть сервис, мы там работаем по определенному профилю, моторы, там двигатели, коробки, ходовая часть и сварка в основном, потому что я по сварке люблю работать. Понятно. Теперь самый, наверное, интересный вопрос для людей. В какую сумму на данный момент обошлась эта машина? Да, я эксклюзив запущу в твой ролик, вот этот короткий, около где-то 2 миллионов. Около 2 миллионов, это с учетом того, что ты менял детали, или... С учетом самой машины. Не-не, я тебе знаешь, что хочу объяснить? Ты, вот, например, у тебя был старый руль до этого, ты взял новый, да. Ты посчитал оба руля сейчас в эти 2 миллиона? Нет, чисто вот если сейчас по отдельности, ошалеть! Такое ощущение, как будто зацепит сейчас, тебе не кажется? Нет, я все просчитал. Скажем так, пусть будет вот чистые мне вложения, 1,5 ляма, вот так вот, пусть будет вот так, не считая моя работа, ну вы сами знаете, работа плюс-минус будет столько же стоить, если чиниться у мастеров, то есть если собирать такую тачку с помощью других людей. Резко идея в голову пришла, пока не забыл, озвучу.
Ты знаешь, я такой человек, мне что в голову придет, я сразу люблю это самое. Давай. Ты можешь мне озвучить стоимость, вот сколько будет стоить, чтобы ты заехал на этом гелике на рельсы? Знаешь, Ахмед... Подожди, стой, я не говорю сейчас это сделать. Если подписчики захотят, если они вот прям нормально газ дадут, я тебе достану эту сумму. Знаешь, как, Ахмед, я тебе тоже прямо скажу. У меня такая мысль все время происходит, пока я еду рядом с этими рельсами. И она была у меня давно. Я даже тебе могу площадку показать, где я хотел бы это сделать. Ага. И это было бы просто впечатляюще. Я думаю, как это для подписчиков, так и для сотрудников, я думаю. Потому что это будет очень сильный штраф. Это будет хайп. Это люди будут обсуждать. Ну, ты сам понимаешь. Такое прям просто ты перелетаешь через рельсы в Махачкале. Это видео разлетает. Сам подумай, гелик перелетает через рельсы. А он может застрять? Переехать он может застрять, а если на скорости это сделать, он, я думаю, перелетит. Ошалеть, это же она может прям, колеса могут улететь на скорость. Я не просто думал на скорость, я думал... Просто вдребезги, вот так, это если на все бабки, все вдребезги, колеса, не, ходовая часть и так далее. Ты мой карман особо рвать не просто это самое. Просто порвется это, Ахмед, 100%. Смотри, аккуратно пришел, переехал, потом обратно, потом на рельсы встал. Я думаю, это будет неинтересно. А вот площадка, где это можно сделать, вон там за мостом. Ага. И там есть такой четкий взлетная площадка, такая четкая. Давай я тебе сейчас покажу. Если Ахмеда карман порвется, Заура карман тоже есть. Да, Заура карман тоже есть. У нас дополнение чисто. Это просто 100% кое-что порвется. Вот смотрите, сейчас, например, я покажу. Потому что это относительно, ты можешь вот туда снизу разогнаться. Вот смотри, Ахмед, вот она площадка. Вот так просто перелететь. Потому что здесь все время просто. Подожди, ты готов это сделать? Почему? Вот тут два. Смотри. Вот. Готов в плане, видишь, вот она, взлетная площадка. Если это сделать, Ахмед, я тебе говорю, все запчасти просто. Слушай, а с нами ничего не станет? Это уже 50 на 50, так как здесь никакой страховки нет, это гелик. Если что, ты просто вылетишь через лобовое. Не, пристегнуться, все сделать. Блин, я думаю, нет. Нет, это будет опасно. 100%. Вот что произойдет, Ахмед, никто не знает. Когда ты просто прыжок делаешь, это одно. А когда у тебя рельсы внизу... Короче, друзья, 150 тысяч лайков, и мы это делаем. Похер. Хоть не на этом гелике, я тебе другой, любой гелик найду, делаем. Без проблем. Полный газ. Железный. 100%. Вот видео есть? Есть. 150 тысяч лайков. Просто газ по лазу. Да, но это по статистике моего второго канала практически невозможно, я тебе вот так скажу. Ну, всякое бывает. Я тебе так скажу, вот люди набрали достаточное количество лайков, чтобы я перевернул приору, и меня как настигают и в городе, сам, и везде. Сам, Ахмед, жду, пока ты это сделаешь. Слушай, мы уже купили приору, чтобы перевернуть. Я знаю. И скоро, максимально скоро, то есть в ближайшее время уже мы это сделаем. Мы уже договорились, где будем делать, как будем делать, почему, из-за чего, для чего. Кто будет за рулем, мне интересно. Ну, это пока что непонятно, но пока мы не знаем. Кто так точно рискнет, мне интересно. Слушай, я могу рискнуть? Ты сам? Да. А у тебя есть семья? Ну, у меня будет напарник. Каскадер? Да. Но он, либо он, либо я. Короче, посмотрим. Я... Знаешь, кого можно было бы туда посадить? Если вы знаете, Чеботарев есть такой каскадер, очень популярный в Инстаграме. Вот его если посадить, это было бы нереально. Он, наверное, подписался бы на это, да? 100%. С тобой связку хапнуть, он будет интересен. Да? Ты знаешь, наш оператор, вот он сзади сидит, говнюк. Перевернул, на бок уложил ее. Пока мы еще не сняли, забрали, у него она была, он ее на бок уложил. А есть видео? Нету. Вот это самое печальное, наверное, в твоем. Да. Просто ошалеть. Мне очень интересно, посмотри, как тоже было. Да я не буду. Пролетим, брат. Когда ты говоришь, ты чувствуешь эту машину. Билал, я, наверное, потихонечку сяду за руль. Давай. А к тебе передам камеру. Давай. Хоп. Я уже привык вот так перепрыгивать резко. Теперь Ахмед сядет за руль и скажет кое-что за мой гелик. А рядом сидишь, бомбовое ощущение, когда за рулем, и ты знаешь, что такое машина. Ты чувствуешь каждый ее. Все. Стук. Еще сильнее. Новые хардкор, уплотнители. Да? Все. Знаешь, все, что удивляет? Что даже на последнем гелике газ тормозом перепутал. Это стабильно люди, прикинь, делают. Не, нормально, нормально все. Ну, как тебе ощущения? Здесь тоже ты пройдешь. Но он уступит, я думаю. Я на гелике. Ну, стопудов ППСник. Не, нормально, так люди ее знают. Аккуратно. Люди меня тоже знают. Ну да, здесь все знают. Связка, понял? Да, да, бешено. Ты куда-то узкие переулки заехал, брат, честно говоря. Я думаю, блин, мне нравится, знаешь,
Я бы хотел себе купить новый гелик. Нового образца, да, Ахмед, он бы тебе нереально подошел. Даже? Конечно. Там тоже есть, кстати, такие ощущения, ты знаешь, прям вот. Нет, там, знаешь, я тебе тоже сразу скажу, вот как ты руль сейчас чуть мучаешься крутить. Я не мучаюсь, я кайфую. Да? Да, я сам кайфую, потому что это моя машина, я ее собирал, вот реально я кайфую от нее, это 100%. Не то чтобы тяжело. Своя. Да, чуть по-другому, не знаю как. Плавно и тяжеловато. Да, не да, тяжело, да. Понятно, тяжеловато. Это не, как... нормально, руки не накачаешь, это не ВАЗа 707. Четко, понял, ты вот, ты чувствуешь, понял, свою силу, вот когда, свое преимущество чувствуешь, когда поворачиваешь этот руль. Не, мне нравится, брат, честно говоря. А, это бывает, брат, это бывает. Я думаю, ты догонишь ее поставить это на место. Это я сделал, брат. Это жизнь такая. Хоп. Ты ее должен, Ахмед, поставить. Блин, я думал, ты поставишь. Ты же на опыте, пацан. Сам тоже нет-нет, собирал машину, то это. А, теперь не поднимешь, да? Ну так сиди прям. Это просто, значит, должно было так произойти. Да, это судьба так решила, понял? Вот этот выхлоп, вот этот звук, он дает, знаешь, такие другие ощущения, даже если один и тот же мотор стоит на Мерседесах. На гелике по-другому, потому что сбоку выхлоп. Там сбоку. В обе стороны он выходит, да? Да, совершенно ты верно. Понял, ты вот здесь его слышишь и вот по-другому, а когда сзади это чуть... Все время хочется держать газ в пол. Сейчас они пройдут, нажми нормально. Еще раз нажми, Ахмед. Вот, все. Так, давай ознакомим людей, какой здесь объем, да, я угадаю, 5 литров. Да? 5,5 атмосферный. 5,5, да? Чуть-чуть не угадал. Ну, в принципе, это один и тот же мотор, просто более мощнее, это AMG версия. Да, может быть, просто на гелике я 5,5 не ощутил, потому что гелик сам по себе тяжелый. 2,5, вот так он где-то весит. Не, машина просто кайф. Не, мне знаешь, вот сейчас я загорелся сделать вот эту тему с рельсами. После того, как приору перевернем, мы можем этот момент обсудить. Давай. В принципе. Ты представляешь, гелик разгоняется и оттуда через рельсы. Это будет нереально, Ахмед, я скажу. Да, такое тоже может быть. Давай-ка я постараюсь закрыть. Тормоза, кстати, хорошие. Абсолютно новая вся тормозная система. Да? Я удивился прям. Обычно на старых геликах бывает, понял, ты тормозишь, все шатается. Да, у тебя здесь, в принципе, комфортно. Ты устаешь за рулем, честно? Нет. Вот я ездил на 2001, на 2002 года геликах. У меня спина болела, какой он жесткий. Вот так вот прыгал. Да, я если нервничал, Ахмед... я злился. А здесь как-то вот, понял, по-другому. Все верно. Я-то не устаю на нем, потому что много не езжу. Если много на нем ездишь, 100% уставать будешь. Да, вот. А новый гелик этим отличается, знаешь, ты не устаешь. Все правильно. Он и мягче, он комфортнее, он приятнее. Да, это уже совсем другой уровень. И те люди, которые на старых геликах ездят, они думают, что этот гелик лучше, чем тот. Но когда они туда пересаживаются, ездят долго, они уже понимают, за что они бабки дают. Знаешь, когда новый гелик только появился, все говорили, что за фу, блин, как у панды глаза там. Да, много никто... было, много... Но сейчас все любят его. Конечно. Все любят. Мне кажется, с 300-кой будет та же беда. То есть, она когда только вышла, ты видел, сколько хейта, сколько... Конечно. Бля, просто говно. Именно я про внешний вид, я не говорю про остальные характеристики. Мне кажется, со временем полюбят. Потому что даже я по себе замечаю, сейчас нет-нет вижу в городе, и уже не так херово, понял? Конечно. Когда уже привыкает глаз, это уже по-другому совсем смотрится. Да. Только спереди. Нет, хотя у меня есть. Заура есть, прикинь. Короче, ты скоро ее сделаешь, полностью соберешь даже. Иншалла. Мы ее обязательно покажем. Разыграем. Может, столько всего разыграешь. Ой, а, сигнала нет, ты говорил. Да. Да, на этой машине сигнал, по-моему, не нужен. Просто руку поднял. Даже руку поднимать не обязательно. Блин, честно, интересно же. Дай я вот так вот подсниму. Здесь моменты есть, мелочи, которые надо делать, друзья. Салон вот. Будет полностью меняться, будет абсолютно другой салон. И возможно будет от нового образца все. От нового гелика салон? Да, да. Ошалеть, это будет максимально симпатично. Вот здесь вот эти ошибки тоже убрать, она мне кажется. Красным, когда горит, оно симпатично смотрится. Потому что сзади смотрится. Красим? Да. Не, а меня это наоборот напрягает, потому что я знаю, что это что-то страшное. Да, горит аккумулятор, потому что это 211 приборка, ага. И у нее внутри включен вот этот момент, его нужно отключить. Ага. Если
генератором никаких проблем нету. Вообще здесь по машине никаких проблем нету. Она из точки А в точку Б железно доедет, я вам 100% говорю. Да, я вот сел сюда, ощущается, вот понял, когда ты на разных машинах постоянно ездишь, у тебя уже появляется опыт понимать, машина уставшая или нет. Вот. И здесь, знаешь, есть чуть-чуть моменты такие, но ты осознаешь, что это исключительно из-за того, что он недособран. Но то, что здесь сделано, именно вот тормоза там... Самое важное, это тормоза, это ходовая часть, это двигатель. Двигатель абсолютно новый. Его я покупал с Японии, 30 тысяч пробег. Mm-hmm. Все здесь сделано, чтобы машина из точки А в точку Б уверенно доехала. Mm-hmm. А эти все моменты мы добьем, поверьте мне. По салону, по внешке. Ну, у тебя она изначально в дорести была, даже? Ну, не последний рестайлинг, второй или третий? Она до 2002 года и рестайлинговая получается. Салон все другое. Но я ее собрал по 2020 год. По 2020 год внешне. А салон здесь все равно... Салон рестайлинговый, это получается уже от 2002 года до 2008 идет приблизительно такой же салон. Ага. Понятно. Ну, не считая руля, руль от последнего гелика, да? Руль, да, от последнего гелика. Здесь AMG подвеска, я забыл упомянуть, полностью в круг идет AMG подвеска, которая стоит 100 тысяч рублей. Угу. Пружина AMG, амортизаторы AMG, машина занижена. И она не кренится, как другие гелики. И она едет по дороге, как картик. Да, абсолютно, кстати, на такой скорости. Кстати, смотри, я сейчас вот ямки проезжаю, и на старых геликах бах-бух, да. Такие звуки бывают, все скрипит. У тебя здесь шумка есть или просто... Машина полностью в шумоизоляции. Вот в чем дело. Кабина, арки, все как положено. Не, прям, брат, ты, честно говоря, красавчик. То, что вот так вот своими руками собрал. Я уверен, когда ты начинал, в тебя не верили, тебе говорили, типа, ты оставишь, ты там устанешь. Все, зачем? Что ты вообще делаешь? Да. Зачем? Просто не понимали. А я знал и газовал. Так же и вы, братья, можете просто по своей теме идти. Если вы будете определенные шаги в жизни делать, в день что-то делать за завтрашний день, когда-нибудь вы придете к результату. Mm-hmm. Результат не надо ждать, надо работать над результатом. Билал, кстати, хотел спросить, вот ты знаком с Зауром даже, да, как конечно. Ты относишься к его деятельности? Я отношусь положительно, потому что Заур помогает людям, если кто-то в чем-то не получилось что-то сделать в жизни и уже не знает, куда себя девать, я думаю, Зауром вариант очень отлично подходит тем людям. Ты сам был в офисе, видел учеников, видел, как они... Да, я видел огромную такую толпу людей, которые... Горели, Ахмед, от того, что ты за Заура рассказал так, как, ну, на самом деле так есть. Mm-hmm. Заур ответственный, Заур добивает дело до конца, никого не обманывает и так далее. Mm-hmm. Занимается обучением онлайн. Да, кто не знает, друзья, Заур занимается товарным бизнесом и может любого из вас этому обучить. Есть онлайн направление, есть офлайн направление. Кому вообще интересна вся эта тема, в описании я оставил ссылку на Instagram Заура, а также на WhatsApp. Можете ему написать на WhatsApp, задать все интересующие вопросы и дать полный газ. На данный момент обучение стоит 40 тысяч рублей, и практически с каждым месяцем эта стоимость становится выше и выше. В офлайн направлении есть 100% гарантия, что вы будете зарабатывать свыше 150 тысяч рублей в месяц. Если этого не произойдет, сразу же полный возврат средств. Но офлайн обучение проходит именно в городе Махачкала. Скоро в Москве тоже откроем филиал, там тоже можно будет записаться именно на офлайн. В онлайн направлении можно записаться с абсолютно любого города, но нет гарантий. Знаешь, Билал, почему? Почему? Потому что невозможно дистанционно отслеживать действия учеников. Конечно, но не было еще ни одного человека, который бы следовал программе обучения и не вышел на доход. Это прям 100% информация. То есть, если вы делаете все, что вам говорят, а там не такая тема, что тебе просто текст или готовые видео скидывают. Там есть и видео, и все вот эти моменты, но самое главное, что обучение длится 2 месяца, и первый месяц с вами на связи кураторы. То есть можно позвонить, созвониться, задать все вопросы, что не понял, объяснят, покажут, расскажут. Никаких проблем с этим нет. У нас очень отзывчивые кураторы, которые выполняют добросовестно свою работу. Вот, Заур, что можешь добавить? В принципе, многого добавлять не придется, так как Ахмед вам практически все рассказал. Я вам скажу, что так, если у кого-то из вас есть какие-либо сомнения, то можете приехать ко мне со всем юристом, со всем юридическим договором, помимо наших договоров, которые мы заключаем в офлайн направлении. Можем составить с вами шариатский договор. И данная сфера деятельности, чтобы вы понимали, она актуальна не на один месяц, не на два, не на год, а
пока все люди живы, данная сфера будет актуальна, так как это торговля. И пока у людей есть потребность в чем-либо, сфера будет актуальна, будет спрос, будут результаты. Главное усердствовать. Я более чем уверен, что каждый, так как у нас за все время не было еще ни одного человека, который следует в программе обучения и не зарабатывает, каждый из вас усердствует, выйдет на результат. И также, друзья, на странице у Заура есть кейсы, есть ученики, есть те, кто купил себе автомобиль, кто купил себе там iPhone, родителям помог. Это все у него на странице есть, можете посмотреть и убедиться, что там все максимально прозрачно. Но это лишь малая часть, так как большая часть ребят просто не хотят показывать свои результаты. Да, еще знаешь, многие меня лично спрашивали, а как понять, типа, почему они не хотят показывать свои результаты? А я сначала не понимал, почему они задают этот вопрос. Я думал, это же элементарно, человек не хочет показывать, ну, свой доход и так далее. Потом до меня дошло. Это кавказская тема, понял? Что-то там сглазят и так далее. Это чисто у нас, не любят себя показывать, светиться на камеру и так далее. А вот если где-то в России там, ну, мы-то и так в России, я знаю, где-то там, ну, в Москве, в Питере, условно говоря, они все снимутся. И поэтому у них возникает вопрос, как это, типа, догнал? Да, конечно. Вот, тонкий такой момент, друзья, у нас в Дагестане, в Инстаграме даже свои личные фотографии не любят выставлять, вообще, сфоткаться не любят, где-то что-то снимать, меня не снимай, вот такая тема. Вот, поэтому в описании все ссылки, дайте полный газ. И давайте вернемся к теме с геликом. Блин, я, честно говоря, сейчас сильно загорелся вот сделать эту тему, которую сказал Билал. Я понимаю, что будут не очень хорошие последствия, но мы выберем такой день, знаешь, праздничный, когда выходной, никого нет, ни единой души, 6 утра, понял? Это опаснее даже, чем приурпировать врач. Согласен. Представляешь, машина застрянет и прям на рельсах застрянет, ну, имеется в виду, без колес, без ничего. А там может поезд проезжать. Понял? И надо же что-то делать, что-то мы. А здесь нет такой темы, где не проезжают поезда, чтобы нам тоже по башке не дали? Понял, о чем я? Конечно. Там же не проезжает кто-то. Как не проезжает? Каждый день электрички, что по кайфу проезжают. Дербент и так далее. Я загорелся на эту тему, поэтому, друзья, давайте максимально этот пролайкайте. Я хоть и не вовремя делаю, что обещаю, но я делаю. Поэтому можете мне доверять в этом плане. Если я жив-здоров буду, можно газ дать даже. Можно довести дело до конца. Да. Билал, тебе большое спасибо за то, что показал нам эту машину. Да не за что. В целом, я вот страницу вначале отмечал, друзья, МХК сервис. Ты там, да, выкладываешь все? Да, все там. С геликом, с этим, объясняешь, все расскажешь. Абсолютно. Если у меня человек... еще есть очкарик 5.5 АМГ, который я восстанавливаю. Ага. Также могут перейти, если интересно. Ага. Вот контент просто вот все как есть, я снимаю, так что если все, что. Все, друзья, вначале ссылка была отмечена. Дайте газ, поддержите. А вот человек сможет, смотря твои ролики, также гелик собрать? Конечно, брат, без проблем. Многие также мне благодарны бывают за то, что я просто показываю, что я делаю. И многие мотивируются, потому что сидят дома, видят, пацаны что-то делают. Давай я что-то сделаю. И вот так вот пишут мне и благодарят меня. Да, и друзья, я вам скажу, вот клянусь, как мужчина, отвечая за эту рекламу, мне никто не платил. Просто я сказал Билалу, давай покажем твой гелик подписчикам. Мне интересно стало показать. И это чисто вот... Так как мы с Ахмедом общаемся не так давно, и мы знаем друг друга еще 3 года назад, он ко мне приезжал и прогонял четверку. Самое главное, что этот ролик, как Ахмед сказал, набрал больше всего число просмотров. И мы давно знакомы, и Ахмед решил засветить мой гелик. Да. Это моему бывшему оператору, я собирал ВАЗ С14, вкладывал туда 300 штук, а он об этом не знал. Я типа у него забрал машину. Звоню, говорю, я стукнул, брат, на рихтовку загнал. Блин, как-то вот он что-то вроде догадывался, вроде нет. Но в итоге, короче, за неделю мы вместо... Он думал, что его машина восстанавливается, а по факту мы джонку оклеили и все вот эти моменты. Просто сделали. Преобразили его, да, тачку. Короче, но он максимально не ожидал, что именно вот это будет. Но он что-то подозревал. Что-то именно. Ну, что-то понятие растяжимое, правильно? Да, конечно. Куда ехать? Назад. А, я не туда поехал, да? Все верно. Ну ладно, друзья, на этом мы закончим сегодняшний видеоролик. Всем огромнейшее спасибо за то, что... Ну, беспрытный, походу, жизнь. Да, гелик, гелику сигнали. Как так можно? Давай прежде чем... Давай прежде чем до конца попрощаться, я расскажу одну историю, в голову пришла. Короче, Билал, смотри. У меня был банан. Он и сейчас есть. 3.9, ЕВМ 0.5 ребенок. В полной тонировке в Москве. Я еду, короче... И бывает же, вот дорога, и налево ты поворачиваешь, ну. И а прям, короче, прямо не главное, а именно налево главный ты, прямо не главный. А ты вроде по главной едешь, и если на знак не посмотреть, ты не поймешь, что прямо ты не главный. Ага, такая вот чуть-чуть. И, короче, оттуда выезжает этот
он на главной был, а я думал, что я на главной. Я спустил, как наехал на него, ты что, говорю, дурак, что ли? А я злой, я чуть не залетел в него, понял? Ты что, блядь, туда-сюда? Он тоже что-то мне сказал, короче. Я потом, слышишь, ты, блядь, что-то, матом, я-то тоже молодой был. И он уезжает, понял? И он уезжает, я дальше еду, и мне в голову пришло, а вдруг этот, типа, там, знак вот этот, типа. Вдруг я не прав, короче. Развернулся, смотрю, я не прав. Ага. А он вон там дальше впереди на светофоре сидит. Видишь, вон там машина Шкода, ага, по-моему. Ага. Вот такое расстояние, наверное. Я думаю, догоню, извинюсь за такие, ага, неправильные. Я как наехал на него, понял? Ага. И, короче, догоняю, еду, стекло спускаю, сигналю, а он не смотрит, прямо едет. Соскакивает, понял? Он думал, что я ему что-то хочу сделать. Блин, какой я злой, я сигналю. И в моменте... Он уже до такой степени разозлил меня, я же извиниться хочу. Он стекло спускает, я ему говорю, пошел нахуй, и дальше еду. Бля, эта история смешнее, то, что ты рассказал просто об этом, Ахмед, клянусь тебе, говорю, и твое выражение просто, бля, я не ожидал, что такая шляпа будет в конце. Подожди, это шляпа, ты себе не слышал? Не, в смысле, понял, неожиданный поворот событий. Думал, ты скажешь ему, брат, там, не обессудь, а ты наоборот, понял, все, да. Я тебя ждал одно, понял, а ты просто... Он меня, знаешь, чем разозлил? Он не спускает стекло, я, блин, сигналю, а я извиниться хочу, я знаю, что я извиниться хочу, и меня он злит, что он, блин, не спускает, свое поведение показывает, понял? Ладно, друзья, на этом мы закончим сегодняшний видеоролик. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. В принципе, я все это сказал. Салам алейкум.